Обычная втулка под централок. Ну, все стандартно, обычные чашки. Все как положено. Но пыльники пластиковые. То есть они вообще грязь не держат. И вот через это большое отверстие туда все пролетает. Видно, да, насколько внутри грязи много. Были бы резинки или металл, они были бы плотные, они бы сели бы. А вот эти пластиковые, вот это я очистил, то через внутреннюю поверхность пролетает туда внутрь грязь. Нельзя на таких втулочках кататься по вот такой грязюке, в которой колесо сейчас.